Всем привет! Мы уже заждались за видео, давно не снимал. Вот. Ну, у меня уже конец сезона закончился. Сейчас тут небольшой кипиш, поэтому будем сейчас об одном из растений хотел поговорить. Вот это вот такое растение. Может, кто и знает, что это такое, но очень птицы его любят. Вот, оно имеет несколько видов, похоже на рябину, да, и похоже там на облепиху, но это не то. Птицы очень любят это растение. Оно чем-то напоминает маленькие яблоки. Вот. И внутри у них имеются семечки. Маленькие семечки. И птицы очень любят выбирать вот эти семена. А плод в основном они разрезают и выкидывают. Также они любят эти ветки объедать, да? Клетчатка, все такое. Вот. Хотя это растение имеет довольно-таки большие шипы. Вот оно, вот они, эти шипы, вот колючки, но они птицам не вредят. Вот они четко их обходят, и поэтому все нормально происходит. Сейчас раздаю. В общем, пораздавал птицы вот эти веточки. Этого достаточно для первого раза будет. Вот. Просто если у кого-то что-то будет наподобие, не сомневайтесь, это можно давать. Это название этого кустарника — пироканта. Называется так. Попугаи очень, в общем, любят его. И ну, поэтому рекомендую, если у кого-то есть, можно давать, и не опасаясь ничего, будет все в порядке. Вот. Здесь молодежь вся сидит. Вот она. Ну, эти щекатые, тут практически все самцы, за исключением желтой самки. А бесщеки, пестрый самец и один серый тоже начал себя проявлять. Самцы. Начал уже распиваться. Вот. Это тут же братья ихние сидят, бесщеки. Вот. Ну и тут тоже еще надо вот скоро уже отсаживать придется. Вот. Ну и также еще вот пару ящиков остались, накладки еще. Поснимал почему? Потому что резкие холода пошли, птица пошла в линьку, перестала нестись. Вот. Ну, и смысл было ее дальше держать, в общем. Не вижу смысла оставлять эти гнезда, и поэтому решил поснимать. И второй причиной было, ну, как все знают, на сегодняшний день это рынок встал, продажи упали. Ну, в общем, смысла плодить ее пока нету смысла, поэтому чуть-чуть решил приостановиться. Вот. И еще начал экспериментировать с такой, так скажем, подстилкой. Осушитель называется, ну, подстилки. Вот. Выглядит он вот так белым, насыпано. Он так и называется, сушитель подстилки. В общем, довольно-таки неплохая штука. Вот.
буквально там 50 грамм мне вот на вот этот весь поддон там уходит. Вот, решил поэкспериментировать, посмотреть, что будет. И поэтому, ну, потом дальше поделюсь своими наработками. Ну вот, сегодня успокоились чуть-чуть. И понеслась жара. Все, сейчас они, это им хватит тут работы максимум на час. И все это прекратится. Хоть даже и стоишь подальше от них, все равно как только камера включается, сразу отходит. А здесь вот белых всех оставил. Для выявления самцов. Это мне пара в прошлом году давала. Самцов белых я их оставил. Вот, и они уже вот, ну, плодят там в другом помещении. Вот, и теперь еще раз попробую выявить. Вот. Хочу попробовать, чтобы у меня были, выводились и белые самцы, и побольше белых вообще птиц. Так что, друзья, если кто-то хочет узнать о свойствах этого чудо-кустарника под названием пироканта, вот, можете загуглить в интернете, и все там полезные свойства об этом растении узнаете. Сейчас навскидку я этого просто не помню, чтобы все это перечислить. Вот. Ну, я скажу так, что птица скажет вам спасибо за такое лакомство.